Восторгом не числа, царя избрали, на утро новые порядки и метла. Теперь в администрациях совсем иные парни, жгут рухописи прежние дотла. В столетие лишь раз и не всегда встают столпы Столыпина из мрака, но ждет их выстрел общая беда, злой революции общественная драка. Плеяда выборов и все из той помойки, где оголтелые без совести и чести. Пред высшими стоят у смертной стойки, пред низшими чудовищные бестии. Нет, не избрать, не выбрать простодушно заботливых отеческих хранящих. Подкормку и подсилку не улучшить, и лиходеи это все обрящет. Ищите христиан и избирайте на должность малую и большую в президенты. Кто кается, себя считает крайним, других не тянет к виселице, к стенке. Евангельский закон таким основа, библейские примеры на слуху. Бог истины, Бог страха Иегова, да будет избран не Шулхана Рух. Христопродавцы, жидовье насело, презрительно плюются от бессилия, а церковь лучшая воспряла, попрятала по кельям, и против проповеди не сейчас бесилась. Кто виноват, что Шариков не умер, плодится, злится под Ипетрахилью? Тысячелетия, и вот в итоге, в сумме, не православие, а хиленький ракитик. Отбезобразничали войнами, краплением, благословением монарших недоносков. Синклит и Валтасар был Лениным расстрелян, а хвастались симфонией, ищи ее в отбросах. 10 февраля 2005 года.